Так, это у нас 20 мая 2024 год. Идет 11-й день грандиозного наступления стремительным домкратом россиян на Харьков. Успехи у нас такие. У российской стороны, у пророссийской стороны потери Фицо, Раиси, ну, иранский президент, да, знаете, кирдыкнулся в аду, сейчас где-то посмотрите, где-то там. Да, смещен с министра обороны, перевещен на другую должность этот самый Шойгу. На его место поставлен бухгалтер, милый мой бухгалтер Белоусов. Что у нас там еще? Патрушев отправился создавать летучий корабль. Что я забыл? Что там у нас еще? Ну, за это время россияне продвинулись на 10 километров, едва доберясь до Липцев. Липцы — это 10 километров от границы с Российской Федерацией, чтобы вы понимали, под Харьком. То есть никаких мешков, никаких прорывов фронта. На 11-й день они в Овчанск, который в 4 километрах от Российской Федерации находится, они не смогли даже его в кольцо взять, окружить. Ну, это выдающиеся достижения. Они просто стирают его с лица земли, но это российская тактика. Они просто вурдалаки, которые орды орков, которые... Пока у них кабам есть возможность пользоваться, они Бахмут стирают, Мариуполь стирают. Ну, это они так освобождают, в кавычках, конечно, понимаете? Да, что, смотрите, опять же, 20 километров, я, наверное, карты покажу сейчас. Опять почем смотреть. 20 километров, если до вас дойдут. Липцы, кстати, ближе все-таки до Северной Салтовки. А то мне говорят, до Алексеевки. Нет, Северная Салтовка ближе, там Пятихатки ближе. Если 20 километров до вас, отходите дальше вглубь города, там с Натальей Жвид, да, Героев Труда, там, понимаете, там 15, ну, в общем, там есть предыдущее видео. Можно это посмотреть. Так, а что у нас здесь? Вот у нас здесь как раз и можно посмотреть. Вот у нас... Ну, просто вот инструментом таким берем и меряем. Это у нас отсюда и до сюда. 17 километров. Но промерять я вам рекомендую все-таки до... красной линии, то есть в серой зоне россияне, конечно, грады никакие ставить не будут. Если эта карта не об... ну, вот сейчас она обновилась за 5 минут до начала нынешнего дня. Вот посмотрим хронологию. Так, так, так. Можете посмотреть на других картах. Допустим, вот эта карта. Она обновилась 20.05.9.12, да? Ну, вот видно, что здесь даже как-то исчезли даже эти линии атакующие. Если здесь эта красная полосочка еще осталась на Волчанске, то здесь уже, ну, подвыдохлись. В общем, пока у них не... пока кабу нам... они могут использовать, они будут ими пользоваться. Как приходит F-16, ну, это накроется все медным тазом, и они это понимают, и мы это понимаем. Они сейчас используют это по максимуму. Ну, вот еще одна карта, где вы можете по очагам пожаров судить. Firms. Читайте строку адресную. Вот у нас сейчас где рядом с Харьковом очаги пожаров свеженькие. Не переймайтесь, все будет Украина.